Олимпиада рабочих рук бьет все рекорды. Городской конкурс Basic Skills стартовал в областном центре уже в пятый раз. В этом году участников еще больше, как и конкурсных дисциплин. В этом году мы добавили 12 новых компетенций. Их 27. Очень много, все перечислять, мне кажется, нет смысла. Интересное, очень много таких вот технологических у нас компетенций. Это разработка VR и AR, это разработка мобильных приложений и в таком духе все. Мы начинали с 6 компетенций, сейчас их 27. 27 компетенций – это огромное количество, это более 500 человек-участников, это более 50 команд со всего региона нашего. Это просто очень масштабно и здорово. В Олимпиаде Basic Skills принимают участие школьники и студенты в возрасте от 10 до 18. Для них это не просто соревнование в навыках и умениях, своего рода подготовка к будущей профессии. С ее помощью можно отрепетировать и впоследствии решить, какому делу посвятить себя. К подготовке участники подошли ответственно. Мы когда узнали об конкурсе, мы начали тренироваться. Смотреть видео различные, тренировались сразу на модели. Когда узнали, какая тема, мы уже тренировали именно тему, и у нас все получалось хорошо. Компетенции совершенно разные. От навыков работы в индустрии красоты до сложных технических умений, таких как программирование или работа с беспилотными авиационными системами. Катя готовится принять участие в компетенции ведущей. Вообще все компетенции, они уникальны, но именно это подходит больше для меня, потому что я очень творческий человек, мне нравится общаться с людьми, чувствовать их. В этой компетенции я могу развить свое ораторское мастерство, мастерство работы с мимикой, с телом, импровизация. Это очень хорошо помогает в будущем работе с обществом. В течение 3 недель участники будут показывать свои навыки. Оценки конкурсной комиссии помогут выбрать лучших каждой компетенции. Победители представят наш регион на всероссийском уровне. Любовь Почерникова, Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.